Таиланд завлекает, но народу очень много. Ждем. Чувак увидел флаг Таиланда на футболке и очень оживился. Видимо, таец. Так, интересно, хватит ли нам места зайти сюда. Будем надеяться. Так что, дамы и господа, у нас тут исполнены подарки для всех и для каждого. Здесь на центральном экране написано три простых шага, чтобы получить подарок от нашего павильона. Все, что вам нужно сделать, это сфотографироваться внутри нашего павильона, разместить эту фотографию у себя в социальных сетях, такие как ВКонтакте, Инстаграм или Фейсбук с двумя хэштегами. Хэштеги прописаны выше. Затем в третьем ходе показываете эту фотографию нашим сотрудникам и получаете подарок от нашего павильона. Слева и справа по углам находится символ нашего павильона. Кукуруза полна, что в переводе с тайского означает энергия. Ну а здесь по центру это наш друг, тайский демон Питафун. Но что делает его отличным от всех других демонов? Он совсем не злой, он очень добрый и веселый. Итак, дамы и господа, чтобы узнать побольше, внимание на экраны, пожалуйста. Не будет видно. Прикольно сделали, как будто настоящий хвост с вами. Топливо. Конец, слышишь меня? Ой, привет.
Ну там сувениры тайские. Йо-хо! Таиланд, да. Тайская кухня. Тайская кухня. Идем к тайской кухне. Наверху. Ничего себе, как высоко. До 6 вечера. А сейчас уже почти 6. Это нужно на третий этаж подняться. Пойдем посмотрим. Тайская кухня. Тайская кухня. Что у них есть интересно? Фух. О. Сколько продуктов тайских. Ой, прям пахнет. Пищевые продукты халяль, офигеть. Саванька. Том-ям? Том-ям? Нет, нет. Ничего сейчас нету, да, Тай? Здесь представлены тайские соусы, какие-то соки, но не для продажи. Ну, блин, мы уже съели. Это только показывается, что у них есть. Кокосовое молоко.
И, пожалуй, это все, что я знаю из этих продуктов.